и контрмирение. В чем ее смысл? Из боевых историй атака. Ойцуки Дзёдан два раза, Ойцуки Чунан два раза, Майгири два раза, Мавашики, Йокаки, все два раза, все по два. Из боевой стойки и неожиданный удар. Назвал технику, потом атакуешь уже в любой момент. Двигаться. Не прыгать как в спорте, а перемещаться надо в сторону, вперед. Такое. Выбирать позицию для атаки. И неожиданно это атакует. Ой, шаг вперед. Это учебный вариант. Шаг вперед. Хорошо, отошли.